В местный отдел полиции поступило сообщение о том, что представителями охотхозяйства в поле обнаружены следы от снегохода, по маршруту движения которого на протяжении нескольких километров отчетливо просматривались пятна крови. В лесополосе сотрудниками следственной оперативной группы было обнаружено место забоя животных. Несмотря на сложные погодные условия, полицейским удалось проследить весь путь, который проделали подозреваемые в незаконной охоте. След от снегохода привел опергруппу к дому жителя села Алексеевка. По прибытию на место было установлено, что сотрудниками уголовного розыска задержан житель села Алексеевка, у которого во дворе и надворных постройках имелись следы и орудия совершенного им преступления. В ходе осмотра гаража, расположенного во дворе дома, были обнаружены туши убитых косуль, карабин, снегоход, на поверхности которого имелись многочисленные следы крови. Двигатель снегохода был еще теплым, что дало основание полагать, что подозреваемый именно на данном снегоходе осуществил незаконную добычу диких животных. По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами А и Б части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желдов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.